Здесь отрабатывается, мы же все трудимся. Дорогие друзья, делимся знаниями по Юпитеру. Да, вот видите, наш прекрасный астролог Ирина Орлова говорит о том, что лучше всего Сатурн, ретро-Сатурна, сейчас период ретроградного Сатурна, отрабатывается в практиках. И Юпитером знания. В музыкальных практиках. Поэтому ждем вас на наших ретритах. Здесь мы удовлетворяем все органы чувств. Утро воскресенье. А вы? Поделитесь комментарием.